Давление на антикоррупционные органы создает серьезные риски для Украины. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гофф в интервью изданию «Новое время». «Без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут», подчеркнула Гофф и добавила, что Киев может вообще остаться без международной поддержки, если и дальше будет давить на антикоррупционные органы. Кроме того, дипломат отметила, что британские инвесторы неоднократно жаловались ей, что развитие бизнеса в Украине тормозит коррупция и высокие налоговые ставки.